продолжение второго прогулочного дня по Санкт-Петербургу мы пошли вечером гулять на набережную. Вчера мы плавали на пароходиках, а сегодня хотим на набережной прогуляться. Смотрите, как архитектура в городе. Все-таки Санкт-Петербург потрясающе красивый город, причем в самых-самых неожиданных местах. Не знаю, ну тут в данном случае, наверное, не архитектурный, конечно, шедевр, а оформительский, но все равно. Вот как тут такая улица. Ну, правда, Пушкина тоже непростая улица. Но какими же домами красивыми она застроена. Дом с эркером. Ух. Так, ну ладно, мы дальше идем. Сейчас перекусим быстренько и на набережную. Хотим сегодня сфинксов посмотреть с набережной. Навести, так сказать, сфинксов. Ну и дальше погулять по городу. Погода прекрасная, птички поют. Вообще все супер. Не, ну чем-то даже вот, ну, Париж, да? Немножко есть от этого. Понятно, конечно, не Париж, но вот столица. Столица, державный город. Державный. Ух. Вот. И красивый. Это, наверное, памятник Пушкину. Наверняка. Улица-то Пушкина. Вот так вот. Памятник Пушкину родился в Москве 6 мая 1799 года, скончался в Санкт-Петербурге 29 января 1837 года. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всех сущий в ней язык. Пушкин. И долго буду тем любезен я народу, что звуки новые для песен я обрел. Как немножко другой вроде текст был. Воздвигнут Санкт-Петербургским городским общественным управлением Александр Сергеевич Пушкин. Да, и, наверное, тут местные собираются. Где? У Саши. А как еще? О, крыса. Санкт-Петербургская крыса. За машину убежала. Была крыса Санкт-Петербургская. Вон она там прячется в траве. Всюду жизнь. Мы ее видим. Вон она, голубушка. Кофебук. И здесь общественно-культурный центр где-то размещается рядом. Вот здесь театр «Мир», открытие сезона, пять углов. В Ленинграде, городе у пяти углов. Кафе. Так, ну а мы вперед к Невскому. К Невскому. Продолжаем любоваться архитектурой. Вот здание, явно ждущее восстановления, некого ремонта. Вот и даже такое ощущение, что некоторые квартиры уже даже и брошены. А кое-где еще и занавески видны. Ну и вообще, то есть очень, конечно, очень-очень-очень интересное здание в Санкт-Петербурге. В свое время на русском льну, наверное, поднялись. Во, русский лен же у нас был. Было же у нас богатство-то за место нефти в свое время. Здесь жил выдающийся квартирный комментатор Виктор Набутов. По адресу Пушкин такой-то будет включено горячее водоснабжение, написано. Все, может быть, русский лен. Требуются продавцы. О. Вот они, дворики-то пушкинские, автоматические. И МММ, платим всем. Чебуречная, брынза. Аж слюна пошла. Ура, с 0-0 на 6-0-0. Скидка 20% на все меню. Меню тебе. Брынза. 24 часа. Чебуречно. Если вам приспичат ночью брынзы, приходите, накормим. Итак, мы вышли к Невскому проспекту. Основной, так сказать, улица города Санкт-Петербурга. И нам налево мы к Неве. Смотреть Неву. Навещать Неву. Напомню, мы хотим посмотреть сегодня сфинксов. И Менхотепа, так сказать, навестить. Но не потревожить, ибо тревожить Именхотеба не рекомендуется. Известное место, Кони-Клотта. А в Москве, на Беговой, я недавно же там гулял, тоже снимал. Это сын Клотта поставил уже вот скульптуры. Ну, папин бизнес перенял. Большие бизнес-сувениры дорогие выпуска. Лепил и отливал барон Клотт, 1749 год. А родом барон из Сталина. Вот так вот. И вот мы на набережной. Красивые такие тритоны здесь в облицовке, и река. И желающие прокатиться на корабликах тоже здесь могут найти себе
кораблик. Ну что-то не сильно много сейчас желающих. Ну а мы продолжаем наш путешествие. Тут, кстати, проход судов запрещен почему-то. Ну, наверное, те суда, которые пролезут вот в эту дыру, это уже не суда, а лодки. Вот так вот. Наверное, потому и запрещено. Что касается коней, сладкая история, экзерция с конем там. Когда конь над человеком давлеет, и человек уже покоряет коня. Вот так вот. Вот такие вот скульптуры клод. Там витрины Елисеевского. И в Питере есть Елисеевский, кто не знает. Вот тут различные человечки закусывают различными всякими штучками. Ну, сладенькие тут пирожки, зайчики, белочки. И все подряд идет в еду. Ну и понятно, народ фотографируется на фоне всяких сластей. Все для господ отдыхающих. Любые развлечения. Не смогли мы не зайти вовнутрь. Посмотреть интерьер такого потрясающе прекрасного магазина. Купцы Елисеевы открыли дело. Кондитерский тут салон, можно сказать. Вот видите, что из марципанов можно делать. Какие красоты. И здесь же мы встретили известные нам засахаренные фрукты, которые во Франции, в городе Апт видели. Видите, французы-то в северной столице были, присутствовали. Шоколад, всякие восточные сладости. Очень много интересного. Монетки какие-то. А, купили вот монетку памятную Елисеевых. Вот такая вот. Теперь у нас будет монетка на память. Мы вообще стараемся такие монетки покупать. Икорный отдел. А, водочный икорный. Икра белужья и осетровая водка белуга. Шампань. Купца Елисеева, кстати, кто желает. Аутентичная, я бы даже сказал. Ну и дальше. И дальше. В середине типа кафе что-то. Красивая жизнь. Молодцы. Мясной ряд. Нарезочка разная интересная. Далее. Чаи. Коньяки. Здорово восстановили магазин. Вот его даже макет есть. Внешний можно посмотреть. Вот здесь внизу мы сейчас видели. Были выставка анимационная. Продукты. И ресторан сладкий номер 5. И попали мы в сам, собственно говоря, магазин посмотреть. Вот винный уголочек, фруктовый, а это сладкие, сладости, кондитерские изделия. Такие мы тоже видели во Франции, такие штучки. Видели. И всякие мандьян, 60 грамм. Ух, какая штучка. Чернослив и белый шоколад, жундалакс. В общем, сила. Красиво и вкусно и сладко. Хорошее место. Будете в Питере, обязательно зайдите, посмотрите. Возможно, соблазните, что-нибудь купите или послушайте классическую музыку. Под нее, говорят, кофе хорошо кушать. Шоколадный рояль, между прочим. Ну, а мы продолжаем наше путешествие. Продолжаем наше путешествие. Совсем уж интересная вещь на выходе вот застал-то. Сладкие миниатюры, видимо, из марципанов сделаны фигурки. Да, чудные дела твои, а? Ведь можно просто съесть, а можно съесть с великим смыслом. А можно сготовить с великим смыслом. Фруктовые травяные чаи, белый чай, черный чай, зеленый чай. Дрельеф в шоколаде. Забавный мини-бон. Газированные напитки. Пора отсюда, пора уходить. Рекламы, винные спиртные напитки. Чисто русская водка, напиток царей. Ух ты. В общем-то, сложно не согласиться. А итальянский сыр, закуска итальянцев. Фолеспа. Гею жирности. Сыр Грана Падано. Да, сыры подрезные. Еще тут много интересного, и пора все-таки отсюда, а то опять есть захочется. Уходим. Незаметно уходим. Все в сад. Итак, кто додумает зайти? Значит, магазин купцов Елисеев. Время работы с 10 до 23. И сам даже вход выполнен в таком вот потрясающе красивом стиле. Да, скромное обаяние буржуазии. Ничего не скажешь.
Ну а мы продолжаем свое путешествие. Фактически посетили музей. Магазин это назвать сложно. Ну а мы продолжаем свое путешествие в сторону Невы. Всякие картинки. Живые картины. Рыбак. Взяли трофей. Арбузик, яблочко, клубничка, кукурузка, бананчик. Все это сделано марципан в ассортименте. Сахар, миндаль, сироп, глюкоза, глюкозы, мед, ароматизатор, горький миндаль, ванилин, натуральный. Магазин купца Елисеева. Вот так вот. И снова нас гостеприимно принимает метрополитен, и мы едем в сторону Васильевского острова. На станцию Васильевский остров сейчас едем, выходим на набережную и смотрим на сфинксов. Мы стремимся к сфинксам. Сегодняшний вечер мы посвящаем сфинксам и Неве. Говорят, после появления сфинксов Нева перестала разливаться. Они благотворно действуют на Невскую воду.